Борьба за секунды. В Севастопольском чрезвычайном ведомстве прошел чемпионат по пожарно-прикладному спорту. За звание лучших среди огнеборцев Главного управления МЧС России по Севастополю боролись команды из 5 пожарно-спасательных частей. Соревнования прошли на территории спортивной базы пожарной команды Черноморского флота. 40 сотрудников доказывали свое мастерство, физическую силу и профессиональные навыки в 3 дисциплинах. Одна из них – 100-метровая полоса препятствий. Претендентам на победу требовалось преодолеть забор, схватить рукавную линию, пробежать по спортивному буму и подключиться к разветвлению. После выполнения этого задания пожарных ожидал подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. Залог успешного прохождения этапа – преодоление страха высоты. Завершал состязание командный зачет по пожарной эстафете 4 на 100 метров.